Ну что, настроение шикарное, из душа вышла, голову помыла, кофеёк и сделала вот совсем недавно кекс. Вот такой красивенный кекс. Как обычный эксперимент, увидела у нас в Киеве вот такие цукаты. Решила сделать кекс с цукатами. Первый раз эксперимент, но я люблю эксперименты. Сейчас разрежем, посмотрим. Хотя надо разрезать его остывшим. Он еще горячеватый, конечно, видите, пар идет. Но я очень хочу узнать, какой он будет внутри. Слушайте, ну классный, классный. Сейчас еще разрежем. Так. Вот цукаты видны. Красный, зеленый. Сейчас еще. Вот тут вот красненький есть. Вот смотрите, красные цукаты. Привет, мои дорогие девчонки, мальчишки. 27 число. И знаете, на улице вот мороз. Идет снежок, солнце яркое, каждое, на дереве каждая иголочка покрыта инеем, красиво, просто невероятно. Вот идешь и, учитывая, сколько мне лет, я всегда, когда вижу красивую природу, у меня прям, знаете, вот дух захватывает, и после этого ты наполняешь энергией. После этого какое-то такое состояние, прям ух, была в Киеве, скупилась опять по скидкам, попала на скидки, поэтому, конечно, хочу вам все это показать. Ну, Рождество встретили в гостях, ну, кусочки, какие-то отрывочки, конечно же, вам поставляю. Что, ой, сейчас начинаем разбирать, что же я купила на эти 530 чем-то крон. Смотрите, взяла себе вот такой букетик. Он еще, конечно, в бумаге. А я сейчас его даже открою, покажу вам. Там-та-ри-ра-рим. Ой-ой-ой, там так, вот так вот достану я его. Вот так. Смотрите, он когда распустится, будет очень-очень такой красивый букетик у меня будет. Не пахнет? Нет, слушайте, пахнет. Вот такой букетик. У меня будет вот сюда, покажу цвет его. Такой букетик у меня будет. Видите, у меня еще один букетик не отошел, но надо, чтобы в доме всегда были цветы. Еще один букетик поставлю. Так, подальше его положу. Следующее. Да, вот те, кто меня знает, мои подписчики, я себе регулярно, раньше каждый понедельник покупала себе по букетику цветов, потом стала покупать себе раз в две недели, потом раз в месяц. Ну вот раз в месяц у меня традиция продолжается. Следующее купила себе. Творожок. Потому что творога, как говорили, иногда вот хочется. Стоит иногда. О, творог. Открыла с кофе. Раз. Либо полпачки, либо целую пачку. Надеюсь, что все вы помните, что я решила продолжать свой кулинарный канал, не забрасывать его. Я не претендую на, знаете, на самого лучшего повара, как мне там пишут, какой себе повар и все остальное. Ну, гадости у нас всегда люди пишут. Я к этому очень, знаете, спокойно отношусь, куда же без хейтеров, без гадостей. Но я просто я прекрасно помню себя, как я начинала готовить и ничего не умела. И вот мой кулинарный канал, вот девочкам думают, как же приготовить кекс. У меня есть в холодильнике, допустим, там одно яйцо. Что сделать с одним яйцом, с двумя яйцами, с тремя яйцами? То есть вот исходя из того, вводишь в поисковике кекс, два яйца, и вам выдаются рецепты. То есть я надеюсь, что мой канал, он будет помогать девчонкам молоденьким, которые совершенно не умеют готовить. Ссылочку, конечно, оставлю в описании. Итак, что еще? Яиц взяла 18 штук. Кстати, сегодня Киви первый день работает после праздников. Захожу, вижу, как мужчина берет 4 упаковки яиц, и следом он идет, берет 10 пачек молока в корзинку. Я думаю, это что же они такое будут печь? Зачем ему столько молока и столько яиц? Ну, это уже просто, знаете, заметила. Так, следующая взяла. Батончик тетраевский белый. Я люблю белый. Вот он самый дешевый, самый простой, но этот хлебушек очень люблю. Взяла. Взяла вот первый раз вот такие пакеты. Сейчас мы с вами их откроем. В холодильнике, знаете, бывает, что-то приготовил. И чтобы не было судочки, очень удобно в этих пакетах. Так, открываем пакеты. Вот они. Вот они, пакетики для заморозки. Ну, вот такие самые-самые простые. Раз, оторвал и все. Есть такие пакеты, я хочу, знаете, найти, поехать в Икею, которые на таких застежечках. Вот я хочу их еще увидеть, потому что в Киеве их никогда не бывает. Взяла пока такие пакетики. Так, такие пакетики. Взяла бананчики. Так. Взяла вот такие зубочистки. Витамины группы Б взяла. Я витамины покупаю регулярно. Сейчас покажу вам, кстати, витамины. Вот у меня такая витаминница. И у меня там не витаминки, которые я пью. Витамины для волос. Сейчас еще раз покажу вам. Вот такие шикарные витамины. Это мне дочечка подогнала. Так, витамины показала.
И теперь самое главное, я всегда говорю, вот мне везет куриный фарш, но со скидкой 50%, не видно здесь, да? В общем, где-то здесь вот он со скидочкой, видите, цена его. И вот тут видно, что у него скидочка 50% этого фарша. И он такой, знаете, еще хороший фарш. Фарш. И ля-ля-ля-лям, три упаковки свинины. Вот эта, которая порезанная, красивая. Вот раз упаковка. И так, в общем, два упаковка и три упаковка. Все мясо красивое, все хорошее. Так что, видите, мы теперь с мясом. У меня морозильной камеры нет, но у меня есть сарай на улице, который для дров. Туда можно вынести, даже если оно там замерзнет, ничего страшного. Все прекрасно. Так, все, больше ничего не взяла. Это я вам показала, чек прикреплю. Что еще, знаете, хочу сказать, такие заметки. Заметила, что наши люди все очень такие тревожные. Это, наверное, свойственно нашему менталитету. Наши люди не нервные, наши люди скорее какие-то вот беспокойные, потому что... Сейчас волосы уберу, мешают. Потому что вот те люди, которые мне пишут в комментариях, Наталья, а вот приедем, а в течение какого времени заселяют, а какие условия, а какое питание. То есть, знаете, вот эти вопросы, 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 то есть люди очень сильно обеспокоены. Я говорю, вот просто примите тот факт, что хуже, чем под обстрелами, без работы, без средств на лекарства, на что-то еще вам не будет ни в одной стране. То есть я не говорю за Норвегию. Любая страна оказывает посильную помощь. Поэтому просто постарайтесь расслабиться. И вот знаете, как я всегда говорю, все в руках Божьих. То есть вот как должно быть, так будет. А если должно что-то случиться у вас там плохое, хорошее, ваше беспокойство, оно никак на это не повлияет. Да. Конечно, все мы хотим подумать, ага, чтобы меня там не заперли туда-то, а, не хочется жить в подвале с плесенью, все это я прекрасно понимаю, но постарайтесь, знаете, вот сесть, вот те люди, которые пишут, мне бывает такое, такие прям длинные-длинные-длинные посты, и опять длинные-длинные посты, и я понимаю, что у человека там такая, знаете, такой очень сильный уровень тревожности. Постарайтесь расслабиться, постарайтесь, вот, знаете, отпустить ситуацию, потому что здесь, когда вы приезжаете, вы не можете повлиять ни на выбор коммуны, не на жилье, которое вам выделят. И опять-таки по средствам есть определенная фиксированная сумма, которую получают взрослые беженцы, которые получают на детей. На эту сумму вы тоже никак не повлияете. То есть просто примите как данность. Все, я настроился или настроилась ехать в Норвегию. И все, что будет, я принимаю все самое лучшее. Все, вот такой коротенький ролик, девчонки-мальчишки, на этом на сегодня. Буду с вами закругляться. Конечно же, поставляю вам наше посещение гостей. Может быть, что-то еще интересное. Пока-пока, до новых встреч. Надеюсь, что до Нового года у меня еще ролик выйдет. Но если не выйдет, заранее всех поздравляю с наступающим Новым годом. Готовьте что-то вкусное, зовите друзей, идите в гости, ходите по улицам, наслаждайтесь красотой, природой. То есть наполняйте себя прекрасным. И тогда вы тоже будете выглядеть прекрасно, будет прекрасное настроение, будет позитив, будет здоровье. Потому что вот от того, как у нас внутри, как мы настроены, мы это транслируем во внешность. То есть во внешний мир мы транслируем то, чем наполнены. И, соответственно, люди агрессивные, злобные, чем наполнены. Им тоже нужно выходить на природу, гулять, наслаждаться красотой. Все, пока-пока, до новых встреч, искренне ваша Наталья Чала. А если, знаете, что буду делать? Я сейчас начну делать кекс, и вот думаю, то ли сделать белый кекс просто с изюмом, или сделать кекс с цукатами, или сделать, знаете, вот белый кекс с шоколадными вкраплениями. Столько всего... Он кричит уже, белый кекс с шоколадными вкраплениями. Все, решено, у нас будет белый кекс с шоколадными вкраплениями. Еще раз пока-пока, мои дорогие. Вот такая очень вкусная рисовая каша со сливками. Я же пристала к Еве узнать, как же он готовится и из чего. Оказывается, вот специально рис надо покупать. Вот такой вот. Вот, поэтому кто хочет сварить себе вот такую вот рождественскую кашу рисовую, снимаю вам крупным планом, как это выглядит. Вот, и потом ягоды свежеперетертые. Получается вареньюшко такое, которое добавляется к этой рисовой каше.
Осторожно, ты так это. Блин, пальцы себе все порежут. Я умею обращаться с нулем. Ага, да. Я вижу. Да просто оно и так откроется, Анютка. Давай. Так. Ну, открывай. Как его открывать? Гу, а это киска, это скажи. Или ножнички возьми. Отойди с кадра. Вот туда отойди с кадра. А то потом не снимайте меня. Так. Вау, какой термос. Она же в школу эти термосы обожает. Шапка. А я шапку вам не привезла. Какая красивая. Одевай ее. Как классно. Ой. Мне кажется, она маленькая. Не должна быть. О, вау. Так, еще подарочек. Так. Аккуратно. Сюда. Нет. Я соберусь. Так. Теперь что же там такое? Какие вы у меня красивые девочки. Спасибо. Ты у нас тоже. Ага. Так. Открывай. Сила, если мы не надо, сейчас вы потянули. Серебро или нет? Так, серебро. Ювелирка, я же говорила. Вообще класс. Это прям чокер, да. Чокер. Это прям на шею, да, красота. Это прям под то платье черное, что я заказала. Чокеры, такие точно сережки. Да. Ой, я такое люблю очень. Да. Ну да. Дайте я гляну, что там у Николюшки. Так, у Николюшки.